прям кантри какое-то такое, знаете? Нет? Вы мастер. А? Мастер, говорю вы. Мастер, ас. Круто играет. Мне прям, честно, мне прям хочется начать танцевать, а здесь места мало в машине. Мне прям хочется танцевать, вот, знаете. Как вот как цыгане, вот прям так прям. Под музычку вот такую. Да. Под нее тоже. Долго вы учились? Ну, я вообще 17 лет играю на гитаре. Я понял, классно. А вы зарабатываете на этом деньги? Ну, у меня YouTube на канале, ютубчик есть, канал на ютубе. Я туда видосики пилю в основном и все. Много просмотров? Ну, от 40 до 120 тысяч, так вот. Неплохо, нормально. Ты будешь в... А вам YouTube? А YouTube вам платит за это, да? Ну, там на рекламе в основном, да, заработок. Кто вот, допустим, тебе... 40 тысяч просмотров, да? Сколько это вы это получите? Копейки. От YouTube это копейки. Тут важно начать зарабатывать, найти рекламодателя, чтобы в своих роликах проговаривать их рекламу. Вот там ты, ну, уже понял. Будешь нормально. Типа струны, музыкальный магазин. Ну, там, да, букмекерские конторы. Ну, все, что тебе дадут, ну... На что у тебя совести хватит рекламировать, вот то и это. Понял. У вас совести на что хватает, расскажите. У меня рекламы мало, к сожалению, но ко мне обращались всякие пирамиды и букмекерские конторы, я им отказывал в рекламе. У меня нет этой рекламы. Я понял. Друзья, всем привет! Я подготовил для вас новый выпуск чат-рулетки. Пожалуй, подготовка этого выпуска была одна из самых тяжелых. Пришлось очень сильно постараться, чтобы найти более-менее адекватных людей. Давайте создадим активность под этим видео. Пишите любые комментарии, пожелания, ваше мнение, может быть, советы. Кстати, в субботу у меня был стрим. Спасибо большое всем, кто на нем присутствовал. Спасибо вам за донаты, за ваши сообщения, за активность в целом. Честно говоря, не ожидал, что вас будет столько. Спасибо. В эту субботу будет также стрим. Пацаны, помогите мне. Я гитарист, играю в чат-рулетке. Мне не хватает пару эмоций для видео. Я вам сейчас буду играть на гитаре плохо. Можете сделать... Хорошо, да? Нет, вы можете сделать плохую реакцию, наоборот. То есть у меня такой формат, я сначала играю плохо, а потом играю хорошо, и люди типа офигевают. Вот мне нужна реакция того, как... Ну, плохая реакция. То есть, я буду играть... То есть мы сейчас будем тебя засирать, типа, фу, ты хуйню там, да, говоришь. Да, а, да, да, да. Поможете тебе? Я уверен. Вот это ты зашел, да. Вот тебе фартануло. Так, ребят, только без улыбок. Вот все прям вот убрали улыбки. Все, сейчас, пацаны, давайте. Все, по новой. Погнали. Да гори ты в аду, блядь. Фу, да ну, мог бы лучше сыграть, блядь. Да горит и в аду за такую музыку. А мы-то думали, что лучше сыграешь, блядь. Зря только надеялись, ждали, время потратили. Бля, хорош, пацаны, красавчики. Вот это вы прям молодцы. Все, ребят, отличные эмоции, круто, спасибо вам. Слушай, ты гитарист, что ли? Ну такой, не то что крутой, но я тебе скажу, нормально играешь. Я имею для уровня юниоров. Спасибо. Спасибо. Это приятно слышать. Нет, я на самом деле... Не, серьезно. Ну ты не крут. Ты не крут, но на уровне играешь. На уровне юниора. У тебя, кстати, покажи пальцы. Да, они расположены к гитаре, они к пианино расположены.
Да, тебе надо. Тебе чем-то надо таким музыкальным развиваться. Не знаю, мне кажется, они больше к жарке шашлыка, приготовке шашлыка больше подходят. Не, ну это все могут. Сколько на гитаре играешь лет? А, я играю 2 года. Я тоже. Серьезно, ты на гитаре играешь? Да. О, можешь сыграть что-нибудь? Я сейчас не дома. Ну ладно, хорошо. Ступор. А? Ступор. Да, ступ. Сыграл ты. Давай что-нибудь сейчас сыграем. Очень красиво. Это очень круто. У тебя очень классная техника. Очень классно. Серьезно, ты большой молодец. О, братуха, давай спой-ка что-нибудь по-братски, воровской. Вообще отлично, друг. От души. От души, брат. Что сыграть тебе? Давай Нирвану. Не, ну, блядь, это круто. Это круто, у тебя талант. Давно ты играешь? Ну да, так давненько. Есть на Ютубе что-нибудь? Да, канал на Ютубчике есть даже. А Вот, ну если давай, что. Если что, подписывайся. Огонь, огонь. Я уже подписался даже, О, поэтому. ништяк, ништяк, спасибо. Блядь, охуенно, молодец. Вот, блядь, почему у меня не хватает столько воли, или я не знаю чего, чтобы, блядь, вот нахуй и делать, а то у меня бывают перерывы полгода там. Было бы желание, блядь, как говорится. Да, было бы желание, все правильно. Все Вот. правильно. Молодцы, молодцы, спасибо вам. Молодцы, спасибо. Здесь кто-то еще, я не понимаю. Почему молодцы? Молодцы. Спасибо большое за просмотр. Если тебе понравилось видео, поставь ему лайк, подпишись. Напоминаю, в эту субботу будет стрим. Буду рад тебя видеть. Пока.